1 ноября в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Хворостовского состоится торжественный вечер-концерт, посвященный музыкальному и фольклорному наследию Сибири. Мероприятие пройдет в рамках 27-го Красноярского краевого фестиваля духовной культуры «Покровские встречи», учрежденного в 1995 году в год 200-летия Покровского кафедрального собора Красноярска. Вечер-концерт начнется в 19:00. Вход бесплатный по пригласительным билетам. Количество билетов ограничено. Для получения билетов обращаться по адресу: улица Горького, 27, кабинет 1/02, предварительно уточнив наличие билетов по телефону 8-391-211-82-69.